Рад вас приветствовать в своей мастерской. Сегодня я вам хочу показать классное приспособление, которое я для себя открыл буквально на днях. Возможно, вы уже знакомы с ним, но те, кто с ним еще не знаком, уверен, заценят его по достоинству. Устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Поехали! В общем, как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о вот такой вот классной складной сушилке для белья. Недавно я ее увидел в интернет-магазине и приобрел себе. Сразу говорю, это не реклама, просто хочу поделиться с вами своим, так сказать, опытом эксплуатации и хочу показать вам его в действии. Ну а кто у нас рукодельный, может изготовить ее себе сам. Сейчас я покажу, как она работает. Крепится она на стену, вот здесь есть отверстие над батареей. Открывается вот таким вот образом. Нужно синхронно. И все, и развешивайте свое белье. Размеры таких сушилок бывают разные, от 60 сантиметров до 1,20 м. Возможно, есть и 1,40 м. Но я вот нашел, мне нужна была именно метровая. В комплекте идет вот такой вот шаблон для сверления. Очень удобно, приложил к стене, просверлился. Вот здесь вот есть отверстие, по которым нужно будет наметить и просверлить, и закрепить, так сказать. Все просто. Также инструкция по установке, но тут все просто. Ну и приятный бонус, продавец положил мне вот такую вот вонючку для автомобиля. Сейчас я все это закреплю и покажу, как оно работает. Сейчас у меня все это выглядит вот так вот, на вот такой вот самодельной сушилке из полипропиленовых труб. Но хочу установить ту сушилку, которую я вам показывал. Сейчас я покажу, как она крепится. На мой взгляд, очень классная сушилка для белья. Жена моя будет просто в восторге. Можно ее изготовить самостоятельно, если есть материал для изготовления, но я не стал заморачиваться. Зашел на Валберис, нашел продавца, у которого самая дешевая цена, и заказал. Вот, в принципе, и все. Спасибо за просмотр. Всем пока.